Северной Осетии мы достаточно частые гости. Этот концерт состоится в рамках гастрольного тура по городам Северного Кавказа. Мы уже выступили в Моздоке, выступили в Буденновске, сегодня выступили в Назране. И после выступления во Владикавказе отправляемся еще по городам Дагестана. Это будет Махачкала, Дербент и Каспийск. В программе нашего выступления будет очень разнообразная музыка. Мы постарались охватить практически все жанры музыкального искусства. И для этого мы постарались, чтобы зрителям разных возрастов и разных предпочтений что-то нашлось свое, что-то любимое, что-то понравилось.